Ну что, наверное, закрытие сезона. На улице конец октября. Минус 3. Ветерок, конечно, не тот, который мне хотелось бы. Время 9 утра. Выплываем. Наодеванный, как не знаю кто. Зима, морозит. Поднялся ветер. Не сказать, что прям сильный, но такой нормальный. Вода уже холодная, осенняя. Выйти в акваторию, в которую хотел, не получилось. Вот тут спрятался за остров Экостров. Вот он. Иду вдоль него пока. Попробую обойти. Там опять волна поднимется. Поставил снасти. На вот этот спиннинг поставил новый воблер от Беркинга. На улице морозит, вот так видно, что лодка подмерзает, водичка замерзает. На спиннингах видно лед. Все вот это замерзло, брызги. Ну, посмотрим, походим мальца, что будет дальше. Из разряда экстремальная рыбалка. Сейчас шел против ветра, по волне, на улице минус 3, на горах снег. Короче, плескало так по-нормальному. Лодка вся обмерзла. Спиннинги все обмерзли. Я сам весь обмерз. Видно, какой у меня тут лед везде. Во как. Вот так это все теперь выглядит. Жесть. Сейчас немножко отогреюсь, глотну чая. Здесь за островом тихо, хорошо. И здесь уже попробую порыбачить. Поклевочка. Не знаю, хватит у меня батарейки или не хватит. Я ее уже подзамучил конкретно. Ну что, причалил на то же место. Вот такую одну достал, красавицу. Килограмм 10 грамм. Опс. Вот так оно все выглядит. Замерз. Ну, с лодки лишняя. Лед обвалился. Тут за островом волна вроде как поменьше. Пьем чай, согреваемся. Не знаю, пытался снять. Не знаю, получилось или не получилось. Села батарейка. Стоял новую батарейку, так и здесь одна палочка осталась. Продолжаем.